Для кого-то сегодняшний день стал первым походом в школу, а курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД России сегодня получали первые в своей жизни офицерские погоны. Звание младшего лейтенанта было торжественно присвоено 24 курсантам. Их коллегам помладше, первокурсникам, только предстоит освоить азы профессии. На месяц они останутся на учебной базе, чтобы пройти начальную профессиональную подготовку, обучиться обращению с оружием и спецсредствами, овладеть приемами самообороны. Как отмечают в РФМУ, сюда приходят уже физически подготовленные абитуриенты. Физическая подготовка из года в год, я это повторяю, она только улучшается. Это показали вступительные испытания и по подтягиванию, и по кроссу. Очень приличный уровень физической подготовки. Я это связываю также с тем, что существенно изменилась физкультура в школах. То есть больше внимания значительно было уделено. И вот введение норматива «Готов к труду и обороне», я думаю, еще больше улучшит физическую подготовку поступающих в будущем абитуриентов.